продать ветряным мельницам пиздюлей. И всем привет, дорогие друзья, с вами боец истребитель ветряных мельниц. Сегодня у нас на обзоре будет интереснейший пистолет. Сейчас сразу со звуком тут определимся, как в прошлый раз. Так, сегодня интереснейший у нас будет пистолет. Я, если честно, не помню, что во время Второй мировой войны был такой светошумовой пистолет. Flare Gun, здесь он нажимается, называется. Также здесь прошу заранее прощения. Почему? Прошу прощения за звук. Я купил такие не очень дорогие наушники. То есть, соответственно, и микрофон здесь будет не очень хорошего качества. Так, сразу нас зовут в бой. Нет, мы не собираемся идти в бой. Пойдем в рандоме. Так, светошумовый патрон. Ну, видимо, может быть, другие патроны добавят, хотя я не вижу в них смысла. Какие еще могут добавить, я не могу себе представить. Хотя можно было, опять же, добавить какую-то Хэллоуину, да, вот как мопсика стреляешь, там всякие эти вылетают. Раз уже сделали фантастику, добавь этот пистолет, то можно и еще фантастику добавить было. Я думаю, все впереди. Итак, скорострельность 40, дистанция 28 и 10 патронов. Это неплохо, довольно-таки, я вам скажу. 10 патронов, то есть мы можем ослепить 10 раз, это только одного противника. Так, Маша у нас тут будет на фуле. Так, ну неплохо, неплохо довольно-таки. Также новый STG 45, да? Ну мы его чуть попозже посмотрим. Вы так сейчас все увидите, давайте мы пойдем в рандом. И посмотрим, что этот пистолет из себя представляет. Ну, напомню, также он снимает небольшое количество ХП. Thank you.
on that beat, Hope. Итак, данный пистолет в рандоме вообще не подходит. Ну, может быть, я еще не умею им пользоваться. Я думаю, интересно было бы сейчас проверить, сколько он урона выносит на максимальной прокачке. Сколько золота я не скажу, данный владелец аккаунта не помнит, сколько он потратил. Сказал, очень много. Я ему честно верю, учитывая, что он прокачал штурм-пистолет, арбалет. Так что затестим, обязательно покажем, сколько снимает урона. Ну что ж, ребят, как-то так. То ли я такой рукожоп, то ли пистолет еще просто не, так скажем, до конца не проделанный. В плане того, чтобы там слепить, когда под ноги стреляешь. То есть даже вот когда тестили, да, там я стрелял под ноги несколько раз, там чуть-чуть в другую сторону, он никак вообще не взаимодействовал, не слепил. И это можно исходя из того, что, наверное, после обновы он станет нормальным. Да где он, блин? Вот, так как эти пистолеты, да, они никак не засчитываются. Даже в статистике, если мы посмотрим статистику, к примеру, да. Вот, их нету. Ни арбалета. Лето и арбалеты, извиняюсь. Нету ни арбалета, ни светошумового пистолета, ни штурм пистолета. То есть их нужно еще фиксить, нужно еще работать над ними. Как бы мой совет сейчас не покупать, не прокачивать, посмотреть, что будет после обновы. Я, если честно, сначала хотел купить, прокачать этот пистолет, но сейчас, может быть, правда, я такой рукожоп, там именно нужно какую-то точку стрелять, чтобы ослеплять. Хотя вот у меня соперники, допустим, попадаются со своего аккаунта, да, и кто-то на захвате там слепит. Меня не слепит вообще, я не знаю почему. Меня еще ни разу не слепил. Вот я сейчас сам себя отслепил. Ну что ж, с вами был боец истребитель внутренних мельниц. Покупать вам этот пистолет или нет, решать только вам. Всем удачи и пока.